вечер. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях о сегодняшнем конкурсе, что понравилось. Ну, мне очень нравится то, что дети лучше нас. Но вообще дети – это все. Но они действительно стараются влезть в сложные песни. Они слышат ритм, они слышат драйв. Они очень правильно подходят к музыке. Они победители. И то, что происходит в центре Игоря Сандлера, вообще это большое событие в музыке. Они учатся на самых удачных музыкальных историях. И я считаю, что это великое дело. И очень интересно смотреть, как человек формируется не только как личность, да, вот маленькая, и растет, а как возникает на хороших примерах вот это вот точное понимание, если я за это берусь, я это делаю. И делаю правильно. И я считаю, что это очень большое дело в принципе, в мировом смысле. Музыка, она же не имеет национальности. А с вашей точки зрения, что важнее, победы в конкурсах или все-таки поражение? Что больше стимулирует к дальнейшему росту? Мне кажется, что в конкурсах создается ощущение, все познается в сравнении. Если ты чувствуешь, что ты немножко менее, ну, скажем, меньше понравился, чем остальные, ты начинаешь думать. Дело не в конечном. Нет, это приятно. Но самое главное, что в сравнении можно понять, где ты точно угадал, а где ты точно что-то не подумал об этом. Потому что они могут все. Просто они зачесаны на какую-то узкую задачу. Победить голосом, победить там этой нотой, победить выбором песни. А на самом деле, когда они друг друга смотрят, у них откладывается настоящий опыт внутренний, и это очень важно. А в чем секрет успеха? Ну, чтобы в дальнейшем как-то продолжить это все дело и стать успешным исполнителем. Мне кажется, все как в любви, энергетика. Между людьми должно быть мощнейшее вот это флюидное энергетическое что-то, вот это вот облако. Если человек умеет создавать через песню, через исполнение, а зрители сидят и начинают резонировать с ним, то он становится очень любимым, необходимым, популярным. Некоторые называют таких людей звезды в будущем. Мне кажется, так. Спасибо большое. Мы знаем, что у вас вчера был день рождения. Хотели бы вас поздравить. Спасибо. От себя. Вы презентовали новую программу. Какие-то еще есть планы на ближайшее будущее? Вот, творческие или, может быть, просто личного характера? У меня огромное количество новостей. Я написал сейчас мюзикл, заканчиваю детский мюзикл. Я заканчиваю четвертую книгу, первую уже издал. Только что вот пластинка вышла, сейчас готовлю второй цикл пластинки. У меня очень много unplugged выступлений, концертов. Я решил вживую играть, поскольку я умею это делать. Я хочу людям показать, что не только можно петь, можно и вкусно играть, аккомпанировать, интересно. Мне очень интересная жизнь. У меня нет выходных, потому что они это трата времени. Надо просто радоваться в своих профессиях, в своих делах. Каждому момент. Да, да. Что хотели бы сами себе пожелать? Я хочу стать Кощеем Бессмертным. Отлично. Всего хорошего, чтобы ваши желания исполнились.